Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас в меню схватки есть нападение амфибии. Это у нас битва с усилениями, потому мы сюда пойдем. Не знаю, почему оно называется нападение амфибий, если у нас ни одной амфибии нет. И условия у нас... А, у нас тут будут, скорее всего, все хищники, и нам предлагают брать амфибий. Вот так вот. Давайте возьмем Лимнасцелиса. Возьмем кого еще возьмем? Гаргазуха и Индораптора. Моды. Первое. Копирует показатели атаки и здоровья. Это то, что нам надо. Потом альфа. А, у него вмешательство есть там, да? Ну и вот. Но вот так. Вот так давайте. Моя любимая усилялочка. О, 19 тысяч Лимнасцелису, это же он непобедим. Да, он сейчас тут один все порешает. Клон, короче, тащит. Тут что, конец этому будет? Что за бесконечная фигня тут происходит? По-моему, я сломал игру. Не, наконец-то, пока все эти усиления друг на друга наложились. Ну, он, по идее, ничего не должен делать. Ну реально он очень слаб. Вот для нас он реально слаб. Лимнасцелис тут может затащить всех. Атака в 9000. Ну ладно, 8400. Оно чё, копирует много раз? Почему у меня удар такой слабый стал? Оно ж вроде бы один раз работало. Перестарался, да, один лишний балл потратил. Сейчас опять скопирует, да, получается? Пересчет пойдет. У меня 21 хелс. А почему у меня сила удара осталась большая, а жизни нет? Вот это какая-то мистика была только что. Ну, он меня сейчас оттачит минимум на 2, потому как бы... На 3. Ну, мы его по-любому пробьем. Так что не беда. Но Тирана Титан, да, так. Немножко удивил. Так, теперь у нас два хищника условия. Условия, два хищника. И одна амфибия. Амфибия. И два хищничка. Так, по модам. Давайте смотреть. Что у нас тут такого есть? Так, это командный.
это командный, а тебе... Вот так давай. У него там кровотечение есть, черт подери. Так, я себя чуть-чуть улучшил, так сказать. Ну, хотя да. О-о-о, мой горгазук сравнялся с тирано-титаном. По показателям. Даже чуть-чуть помощнее, я бы сказал. Ну, я его за два немножко не пробью. Это, конечно, печалит меня. Ну, ладно. Два. Вот это он сделал глупость. У него же было три. Вот так вот. Минус один. Отключим сейчас это усиление у него, кровотечение. Вот у него четвертый балл и атака на три. Так, ну вроде все у нас под контролем. Один, два, три. Блин, вот это да. Жирный какой-то лангозавр попался нам. У него 6 косарей сил атаки. Вот этот балл один. Ой, больно будет мне сейчас. Он всего лишь на 3 атакует из 5. А мне нужно минимум на 3 атаковать. У него 2 балла в защиту, ну... А ну, раз, два, три... 18. Нет! Да! Блин, если бы он поставил защиту, я бы его не пробил. Мне там пару сотки не хватало. Так, ну и три хищника. Ну как, в общем-то, и ожидалось, да? Давайте, кого мы возьмем вот из слабеньких? Кого бы хотелось увидеть? Я вот думаю, Алазавра взять вот 20-го. По-моему, он зелененький как раз. Вот он нам и подойдет. Потом пойдет вот этот парень. Блин, а на самом-то деле, вот смотрите, кто там интересный парень, блин, но я до него не доберусь, то есть, ну, он же не будет подменяться, блин, а. Я бы вот последнего поставил, как бы, с клонированием, но тогда он просто без дела будет сидеть все время. Так, клон... Живучесть... И альфа. Командную альфу. Так, смотрим и любуемся этой красотой. Как Алазавр сейчас будет раздавать. Хотя на самом деле все не так уж хорошо. У нас амфибий-то нет. Если бы это была амфибия, было бы круто. Равный бой сейчас, абсолютно одинаковый. Так, он тоже, смотрите, все баллы, блин, ну мы сейчас Алазавра и сольем, будут атаковать, 4. Атакует на 3, подлец. Нет, не подлец, он молодец. Блин, ну мне 5 баллов пришлось потратить, блин. Очень нехорошо. Но я смогу. У меня же есть неубиваемость, да? Ледяной камень, как в легендах Дракономании на моем
сороковом. Парнишки, я выживу. Так, он атакует на 2. У него 2 осталось, я его сейчас тоже буду атаковать. Давай, иди. Иди в баню. А, ё-моё, у него тоже живучесть. Ну вот, он свою живучесть потратил, а я свою живучесть не потратил. Почему он на 4 проатаковал? Блин, ну это битва терминаторов. Так, ну хватит ли мне силеночек? Да хватит, он сейчас по-любому на меня 3 балла должен потратить. Ха-ха-ха. Из 4. Блин, прикольные битвы получились. Ну, альфа как бы ему не поможет. А если бы у меня был ледяной камень, было бы неприкольно. Вот так вот, наваляли мы всем с помощью усилений. Ну, а на этом все. Всем пока.